Ямал. Совсем не Ямал. Огромный. Огромный, лопище. Скала. Да, как скала. Реально как скала. Как выточенный из мрамора, из гранита. Я не знаю. Но огромные размеры. Да, это о тебе речь. Самый большой, мне кажется, самое большое лопище. Даже на выставке я такого большого не видела. Серьезно. Я посещаю выставки. Ой, лапку тянет. Лапку. Он же лапку дает, да? Можно взять? Или не, лучше не надо. Лапку. Лапку лучше не брать. Да, да, мой хороший мальчик, да. Огромная какая морда. Да, да. Больше, чем у меня. Больше, чем у меня. Да, вот так. Вот так вот. Вот такие губы у нас. Губы большие, да. Вот это да. Вот это да. 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 Красава. Красава. Сколько ему, напомните еще раз? 4. 3 года, да? А как он еще расти будет? Он еще будет развиваться. Не тоже расти, он будет в ширину. А вы не вязали его, да? Нет. Ну, нам сказали, лучше не вязать. Лучше не вязать, да. Да, здоровый, конечно. Просто огромный. Оно как бы, если были бы постоянно невесты, это другое дело. А если... Так, то да, сказали, лучше не вязать. А глазищи какие хорошие. Не, глаза, кстати, очень умные. Умные. Да, очень умные. И он хороший мальчик. Мальчик хороший. Хороший мальчик, да. Ну, это такие глаза. Да. Ямал. А кто назвал его так? Ну, нам сказали на букву Я надо. Не, ну классная кличка, кстати. Интернет-помощь. Интернет-помощь, да? Не, классная кличка. Очень редко и ему очень подходит. Да. Он действительно как какой-то полуостров, как остров, но громадный, громадный. Он, у него вес, наверное, 70 кг, может даже он больше. Очень тяжелый, очень тяжелый. Я думаю, что даже больше, чем 70. У него костяк еще мощный. Вообще похож, вот чем-то похож на мордой на стафа, пита. Вот чем-то напоминает мне огромного стафа. Ты хочешь гулять? Потому что сейчас дети гуляют, потом. Дима. В любое время. Да. Племенной материал у вас пропадает, хочу сказать. Мордочка этого племенного материала. А мордочка уже здесь. Я думаю, что если я потрогаю лапку, он не достанет мордочка. Она дай лапочку. Дашь лапочку мне? Дашь? Мальчик. Я мальчик. Я мальчик. Лапочку дашь мне, да? Лапочку дашь? Нет? А, там кто-то ходит. Там ходит по дороге, он слышит. Сила и мощь. Реально сила и мощь. Не жира, ничего, именно мышцы. Это страшно. Страшно собаку убить. Хорош. А это на шейке у него выстроено вот это, да? Оп. Нет, это у него, когда ему купили уши, и когда швы еще были, он сильно чесал. Видно, что вот эти швы. И он так расчесал вот здесь, он там шрамы глубокие. А, ну просто уже эпидермис нарушен, не зарастает. Нет. Волосиных луковиц нету там. Чуть-чуть, вот есть что-то там очень-очень редко, и все. Это еще щенком, когда у него еще нитки были на ушах, когда он расчесал себе. Это его не портит совершенно. Совершенно не портит. Да. А лапку ты мне не дашь, нет? Ямал. Хочется потрогать. Лапку хочется потрогать. Только зубки. О, лапку. Еще дашь? Ну дай лапку.